Четверо пострадавших при взрыве на СТО в Кустанае находятся в городской больнице. Один из них в тяжелом состоянии. Угроза его жизни до сих пор есть, сообщили медики. Всего в городскую больницу обратились 7 человек. Четверо из них госпитализированы. Трое пациентов находятся в отделении травматологии с переломами конечностей и таза, разрывами мягких тканей, ожогами лица и шеи. Один в реанимации с переломами основания черепа и бедра. Состояние от 3 стабильное, с улучшением, с положительной динамикой. Который поступил тяжелый пациент, сегодня пришел в сознание, был экструбирован, то есть снят с аппарата ИВЛ. Сознание ясное. 3 пациентам жизнеугрожающего состояния нету. Один, который находится в реанимации, еще риски опасения есть. Напомню, взрыв произошел накануне в микрорайоне Амангельде. Ударная волна была такой силы, что одноэтажное здание станции полностью разрушено, а в ближайших домах выбило двери и стекла. 12 пострадавших удалось спасти, еще 3 погибли. Предварительная причина трагедии – взрыв газового оборудования. Заведено уголовное дело.